Всем здрасте! Мы с вами возле госпитального базара. Называется Мирабад базар. Вообще здесь вот был магазин «Школьник». За деревьями не видно его. До сих пор этот магазин работает, но сейчас он не «Школьник», а этот называется... Так, он не называется... Он полухозяйственный стал. Там продают всякие хозяйственные, для хозяйства вещи. И часть там кафе. Так, перед нами православная церковь, и по правую сторону это был госпиталь. В честь него вообще этот район назывался Госпитальный. Но, как сейчас говорят, что это уже не госпиталь, а вот, видимо, то ли часть продали, то ли весь госпиталь продали. И сейчас вот на территории, видите, строят вот такое здание. Видимо, здесь уже будет какой-то жилой комплекс, что ли. Сейчас мы едем по улице Нукус. Нукусская. Здесь мы доехали. Да, проезжаем следующий показать пробки в Ташкенте. Утром все едут на работу. Вот посмотрите, дорога на противоположной стороне. Полный затор. Видите, не просто не прекращаются машины. Вот мы тоже теперь стоим. И вот так вот протяженность, она очень такая, знаете, длинная.
она движется, но не так быстро, конечно. Вот. Вся дорога стоит на противоположной стороне. Вот такие пробки у нас очень теперь часто, в час пик. Это вообще прям сегодня. Вы знаете, вот она до сюда, вы видите, эта пробка начиналась с рисового базара, а сейчас мы уже доехали, здесь поворот на пятый массив Куйлю. Вот такие пробки. И так у нас бывает вот по утрам, каждое утро в час пик, вечером в час пик. Вот так. Только у нас машин в городе, и новых дорог сейчас все больше и больше, но всего, видите, уже не хватает.